Всем доброго времени суток. Нахожусь в СТО на небольшом обслуживании Volkswagen Touareg 5 года, 3.2, бензиновый, 240 лошадей. И сейчас покажу, что поменял от предыдущего хозяина. Мне достался пакет запчастей большой, просто запасом все сайлентблоки в круг. И также сам я приобрел включу фонарь, вот эти вот рычаги, здесь плохо видно сайлентблоки, тормозные накладки в круг. Как раз здесь видно. Так вот выглядит автомобиль снизу. А это пластиковая защита. Треснутая. Сейчас сзади покажу. Здесь мне эти резинки тоже. Все, что в принципе требовало замена, обязательный или рекомендательный. Все это сейчас делаем. Также вот здесь клапан. Правильно, топливный клапан. Вот. Тоже для этой ошибки. Сейчас заменю. Завтра. Лех, я его заказал. Бош, завтра утром привезут. Ковыряться, думаю, нахрен двойную работу делать. Смотрите, состояние фар. Их повернул и залокировал по инструкции. Посмотрел, как себе это делать. Специально вставился. Потому что они были от старости лоховатые. Вкратце расскажу историю. Я в основном владел чаще всего корейскими, японскими уже 2 недели. Сейчас ездил на этом Туареге. Хотя и раньше были и Туареги, и другие представители немецких машин. Но конкретно данная машина мне пока вот запала, скажем так, своим комфортом. Приятным таким. Дальше буду эксплуатировать. Посмотрим. Еще колеса, оригинальные диски. Здесь стоят такие, тоже хорошие, 17 радиус только, 18 или 19, чем это хочу, может 20, если будет, много хороших резин, чтобы аккуратно эксплуатировать. Вот, это автомобиль, пробег я брал 192 тысячи подходил, сейчас 193, это в принципе и по всем диагностикам в разных блоках проверяли, подтверждается, он американец. По состоянию, если по всем узлам смотреть, все элементы, резинки, сайлентблоки, которые сейчас снимали, выбивали буквально их. Куски остались резинки, что ли, Лёх, которые были? Не, надо натурально же, как всегда, сервис. Посмотрите. Не, тут выступы есть, короче, а выступов нет уже. То есть она, сама съела. Ну, понятно. Разбито все. Съела, так сказать. Они были все оригинальные, и стойки сейчас стоят до сих пор оригинальные. Слышишь, стерлось. Сам делает. Что скажешь вообще по машине? Твое профессиональное мнение, Лёх. Хорошая машина. Не, серьезно. Ты же видел много. И Volkswagen в том числе. Пока, да? Ну, пробег похож на свой? Реально, просто твое мнение. Машину хорошо, из машины ухожу.
чувствуется, это приятно. Я даже сейчас на Outlander обратно сажусь. Что-то как-то она какая-то, блядь, какая-то... Как не игрушечная, а как будто с японцев в китайцы садишься. Вот такое же ощущение. Так же отсюда раз перепрыгнул, блин, что-то сиденье, свое положение уже найти не могу. Ну, балует она, скажем так, по моим ощущениям. Здесь, кстати, проект для больших мальчиков. Это... Двигатель V6, 163 кузов. ML, Mercedes, да. Полностью собрали двигатель. Сегодня его завели. Все работает. Осталось собрать и покататься чуть-чуть. Лего. Лего для взрослых. Но... Дело было в мозге сейчас. Я думаю, дело в мозгах здесь. Не только в автомобильных. Нужно здесь и нормальные технарские мозги. Нормально все. Ладно. Ждите продолжения. Всем хорошего хорошего дня. Когда по утрам был вариант, на чем ехать на работу, если жена не уезжала, про Outlander я говорил, про это. Он тоже меня радует, уже год. Приятный, интересный автомобиль, но последние две недели сердце по чуть-чуть подзавоевывает, скажем так, этот немецкий друг. Сейчас его все мелкие недочеты хочу устранить, довести до идеала, которого невозможно, как говорят, достичь. Ну, посмотрим. Друзья, всем привет. Еще раз продолжаем работы. Несколько раз выходила ошибка по клапану вентиляции бака. Заказал. Вот. Клапан вентиляции картонный клапан. Да, а разобрали здесь все вот так вот. Алексей разобрал. Добрались мы до него. Выяснил, что клапан пришел не тот, пришел клапан вентиляции картерных газов. Вот. Они отличаются. Сейчас будем делать возврат. Посмотрим и попробуем посмотреть свой родной клапан. В некоторых форумах написано, что достаточно его просто прочистить, продуть. Сейчас узнаем. Небольшое интервью, Дим. Вот этим Мерседесом ML ты занимаешься. Расскажи его историю покупки и с чего началась твоя вот это. История покупки была совершенно случайная. Когда-то я подумал, что может быть мне нужна такая машина, и нашел сразу же в Казани объявление немножко ниже рынка. Мы съездили по делам в Казани и между делом посмотрели машину, проверили. Были некоторые проблемы, но в целом я рассчитывал, что устранение этих проблем будет не очень дорогим, и таким образом я купил машину ниже рынка с не очень большими проблемами, после чего пришлось разбираться с коробкой, там обычно плата выходит из строя, которая управление коробкой, она внутри же находится, цилиндры там на ней стоят. Ну и вот немножко с мотором что-то мы делали, сейчас я уже точно не помню. В последнее время мы занимались мотором, пришлось его полностью перебрать, потому что разбирали как-то ее, уронили цепи, потом решили просто с психу. Вместо того, чтобы поднимать его, открывать переднюю крышку или еще что-то делать, его проще было снять, поставить на стол и уже удобно все перебирать. Еще много всего нового поставили, что называется, для себя делал. Вот, поэтому недавно удалось все завести, это была большая радость. Интересный квест был у тебя? Это интересный квест, да, потому что я решил когда-то своими руками перебирать мотор. Больше я к этому не притронусь. Надо. Вот, и... Цель закрыта. Да, это долго происходило, потому что я знаю, что так будет. Так получается, что я тут, наверное, последние три недели уже просто торчу все время в этой машине. Причем удобно в ней торчать, вытащены все радиаторы. Брать можно вот эту вот рамку, и туда помещается специально обученный человек. Можно даже капотом накрывать, если что-то мешает. Вот, вроде много всего нового, всякие приколы, но теперь зато можно сказать, что моторы... Сколько этот... денег потратил? Я что-то не считал. После покупки? После покупки, мне кажется, что... 50-60, ну, 60-70, наверное, вот за все время я потратил, то есть... Это учитывая, что года будет. Все и работы вы сами выполняли? Да, работа, конечно... Только материал это? Да, по-моему, да. То есть я в основном все делал сам. Ну, там немножко по подвеске что-то приходится делать иногда, потому что она не самая крепкая здесь. Ну, менять масло в коробке я тоже учитываю, менять свечи, здесь их 12 штук. Ладно, не V8, там 16 было бы, то есть по 2 свечи на каждый цилиндр. Вот. Что планируешь дальше делать, собрать? Дальше собрать, немножко убрать все лишнее. В принципе, вот здесь разные устройства стоят, которые здесь не нужны. То есть его привести к такому
удобному состоянию, чтобы он нормально работал. Боевые готовности? Сам, да, чтобы сам себя еще лишнего не молол, просто, ну, убрать лишние системы. Я, наверное, заглушил ЕГР, посмотрим, как тебе покажет, пока, ну, все, все можно восстановить обратно потом, после этого. Потом продавать будешь? Хотелось бы оставить, ну, если продавать, то кому-то своим, то есть наблюдать эту машину, может быть, оставить семье, может быть, продать брату, потому что, ну, столько трудов вложено. Как-то хочется, чтобы это каким-то образом еще послужило мне после этого. Вот такие с ней дела. Ладно. Так вот. Сколько времени, кстати, ушло на сборку мотора, блин? От начала до конца? Я думаю, что я бы, ну, если не торчать прям целыми днями, по-нормальному это могло бы занять около месяца. Если прям делать целенаправленно, то за две недели, с учетом заказа всех запчастей, я бы справился. А по факту, что получилось? По факту, ну, года два, наверное. Я просто это наблюдал реально каждый день по чуть-чуть. Всем было интересно. Но, честно говоря, у меня были даже мысли, что он так и останется памятником мерседесской старой культуре. Но нет, молодцы. Ладно, посмотрим. Вот он родной. Смотрите, друзья. Стеклоподъемник правый не работал. Сервис пригнал к Алексею. Лёх, расскажи в итоге, что с ним было-то? Чё? Со стеклоподъемником. Изначально, когда первый раз тросик просто попробовали поменять. Тросик поменяли. Там, получается, на моторчике есть направляющий круг. На кругу самом, это для тросика дорожки. Дорожки все износились. То есть, естественно, он не собирал трос, как положено. И зажевывал заново. Вот тросик лежит. Вот он, кстати говоря, в таком виде. Лёх, считай, всю конструкцию я тросик привез того размера, полтора сечения с запасом, с этими зажимами. Полностью конструкцию собрал на новом тросе, включил, и она обратно с хрустом все это заживала. Поэтому заказал по максимуму фирмы, сейчас точно не помню какой, аналог оригинала, комплект, вот он, здесь плохо видно, правда, стоит, чтобы дверь разобрать, вот здесь заклепано все было, вот. Смотрите, какая реально здоровая колонка здесь. Это какой это, блин, не 16, 20, 20 колонка же, да, не 19 радиус. Сейчас надо будет все обратно собирать. И, как я и говорил, колеса мне эти 17, ну, вообще никак не нравились. Вот просто вообще никак. Своим размером. Хотя бы 18, 19 смотрел, больше не хотел, чтобы стучало. Жесткость не увеличивать. Нашел оригинальные колеса с зимней резины тоже от Audi Q7. Вот они как раз. Сейчас их будем ставить. Хотелось именно оригинальные диски, чтобы были, потому что недорогих различных копий китайских реплик много было, но их не хотел ставить и не рекомендую профессионалам. Скажем так, кто много ездит на этих машинах уже давно. Вот. Такого зверя будем доводить до самой красоты. Фары, кстати, вот если сейчас посмотрите, они были мутные, примерно, как обычно это бывает. Стали абсолютно такие четкие.
автомобиля с химчистки. Сделал небольшой детейлинг по коже, кондиционером. Виталий, расскажешь, что конкретно сделано было? Воды. Смотрите. Такая вот. Как и говорил, колеса нашел от Q7 18 радиуса, резины сразу. Человек поставил себе 21. Хорошая песенка, хорошая машина. Да, здесь можно. Большой обходик. Кстати, багажник сейчас покажу. Pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poder tener. Всем отличного дня. Смотрите, какой красавчик. Туарег 2005 год.
2011 году из Америки прибыл в Россию заказ. С тех пор вот он в таком виде, как был, так и сохранился. Я приобрел его с пробегом 191 000. Сделал диагностику по всем блокам. В принципе, это подтвердилось, так же, как и подтверждается состоянием автомобиля. Те элементы, которые я сейчас менял по ходовой части, все снимались заводские, в принципе, обновлялись. Тормозной системе. Раньше достаточно скептически относился к автомобилям немецким. Ну, чем чаще я начал их эксплуатировать, особенно когда попадаются вот такие вот хорошие экземпляры, полностью заводской покраской. Как я до этого уже и говорил, в другом видео, возможно, увидите. Здесь были 17-е, здесь оригинальные тоже. Но они мне не нравились. Хотя бы хотелось 18-е. Вот от Q7 нашел 18-е, тоже оригинальные. Здесь середины сразу. Смотрите, состояние фар. В Ютубе очень много обзоров. Как распаливочные. Автомобиль. Я скажу просто свое личное мнение. Я достаточно много эксплуатировал кроссоверы, внедорожники. Меня интересует самого лично больше полный привод. И вот Touareg тоже я успел поэксплуатировать с точки зрения полного привода, проходимости. Сейчас как раз, когда выпал снег, у меня есть, скажем так, дача за городом, где последние 1.5-2 километра снег особо не чистят. И он себя очень достойно так показал. Мне понравилось. В принципе, не было мест, где я усомнился как-то в проходимости, клиренс автомобиля. Понравился. Но самое главное, я скажу конкретно про эту машину. Этот экземпляр. Он достаточно редкий. Посмотрел много машин, прежде чем выбрать его. Пробег, и состояние, и отсутствие каких-либо ДТП в истории его все-таки помогли сохранить его в таком состоянии, какие я видел 10-12 годов автомобиля. Ну вот, реально с этим пробегом, как люди ездят, эксплуатируют. Состояние кожи на многих свежих машинах гораздо хуже даже, чем здесь, в других видео. Я это тоже показывал. Руль немного потертый, но он все-таки свой, кожаная плетка. Какими-то красками пользоваться желания никакого нет. Вот этот пробег 94, он в принципе подтверждается диагностикой по двигателю, коробке, по АБС. Именно с этим же пробегом везде все отметки стоят по официальным программам. Комплектация в принципе относительно простая. Вот что касается полного привода, блокировка пониженная, климат-контроль, кондиционер, все естественно заправлено, исправно, электросиденье с комфортом. Здесь пружины стоят, тормоза спереди и сзади все полностью заменены сейчас были мной. Вот рычаги, различные там втулки. Список большой есть у меня, который я обновил. В принципе, он сейчас и нет. Изначально также и не было никаких ошибок по диагностике. Все исправно, все в порядке. Вышло две ошибки там по лампочкам. Их я заменил. Все это единственное, что было, наверное. Комфортная, действительно приятная машина. Чем чаще на ней ездишь, чем дольше. Другой автомобиль у меня Outlander, в котором постоянно езжу уже год, свежий. И он как-то
запрыгиваю в него, чувствуется ощутимая разница, хотя это по сути глупо сравнивать такие машины. Но это мои личные ощущения. Если этот автомобиль и это видео будет на объявление, значит у вас есть шанс стать обладателем реально этого шикарного экземпляра. Успейте купить. Хочу попробовать передать вам качество звука, которое действительно здесь мне очень нравится. Я люблю музыку. Такое приятное ощущение. Как говорят профессионалы, сцена просто настроена шикарно, профессионально. Ничего не надо добавлять, ничего не надо там менять. Кстати, в предыдущем видео не сказал. Здесь мотор стоит 3.2, 240 лошадей, бензиновый, атмосферный, без турбин. Абсолютно исправен. Перед покупкой заезжал в два сервиса, чтобы продиагностировали, посмотрели, послушали всеми возможными способами на текущий момент. Все сказали: Виктор, бери, без проблем. Действительно, и обслуженный, и своевременно все нужно здесь, скажем так, мне продолжать следить. Ну, а если я его продам, то и вам обязательно. Помню ощущение, когда покупали первую там машину себе, уже, ну, скоро будет, наверное, почти 15 лет назад, это вот. Просто музыку какой-то диск запишешь там или кассету тогда еще, садишься и едешь на шестерках, на восьмерках. Потом уже работа, дела, суета. Машина реально становится средством передвижения. А такая приятная машина, как эта, где хорошая музыка, действительно хочется даже по какой-то мелочи просто съездить и насладиться дорогой, управлением, комфортом автомобиля.